Всем бобра, с вами Катанемов. Сегодня хочу показать, что у меня в мастерской поменялось за то время, пока я отсутствовал, не писал видосы. Ну, в принципе, уже почти все готово. Работать уже можно. Правда, у меня нет пока распиловочного станка, чтобы заготавливать древесину, делать заготовки. Но вот начинаю делать гитары. Вот одна уже сделана. Кстати, для левши по заказу сделал. Опять French Kiss, здесь стоит пиза, здесь магнит, все переключается. Сзади вот блок с тюнером, в общем, серьезный инструмент. Так, ну, помещение разделил на две части. Вот стоит у нас, теперь есть перегородка такая, вот дверь. Сегодня поставим двери с рабочим Гришей. А вот вторая половина. Здесь, конечно, еще бардак, но здесь стоит у нас ленточная шлифмашинка. В общем, там точило стоит. Все это будет закрываться, чтобы пыль туда не летела. Здесь вот еще один стеллаж для досок. Так что через пару недель будет вообще все готово. Да, напольное покрытие еще положу. Ну и какие-нибудь жалюзи повешу. А то вон там остановка, и прям народ смотрит, глазеет, что я тут делаю. Раздражает немножко. Вот, хозблок. Можно поесть. Холодильничек. Конечно, тут еще надо оборудовать, какую-нибудь полочку придумаю. Здесь тоже какие-нибудь стеллажи надо обязательно. В общем, поставлю дверь. И дальше будем уже обустраиваться окончательно. Ну, там лежит еще гриф. Тут два лежит. В общем, работа идет. Параллельно строительство и создание музыкальных инструментов. Приходите, кто хочет сделать гитару, приходите, пожалуйста, помогу, расскажу все, как делать. Жду всех. Вот поставили дверь, вот такую. Пена высохнет, можно будет красить стены и ставить наличники. А там он за стеклом распиловочный цех.